Держи. Ну, говори, не стесняйся. Из-за юношеской любви сюда пришел. Я так вижу. Да, я пришел к вам. Это все из-за Вики. Она новенькая в нашем классе. И я влюбился в нее. А она на меня вообще внимания не обращает. Вот я и подумал, может быть, вы как-нибудь можете мне помочь. Что ж, помочь могу тебе советом. Чую, что Вика девушка неплохая, порядочная. Но если свяжешься с ней, будешь жалеть. Нет, Бабнин, я хорошо подумал. Она мне очень нравится, и я был бы счастлив, если мы бы с ней стали встречаться. Да, но недолго. Ты много страданий себе причинишь, к которым не готов пока. Но ведь я и так из-за нее страдаю, потому что я ей безразличен. Сейчас твои терзания ничем не грозят. Если захочешь, сможешь Вику забыть. А если отношения у вас завяжутся, плохо будет не только тебе. Даже не знаю. Спасибо за совет, наверное. И помни, твои родители тебя любят. Не вини их, что бы ни случилось. Артему слишком сильно нравилась одноклассница Вика. Несмотря на слова бабушки, он все равно хотел привлечь внимание любимой девушки. Вик! Что? Ты уже уходишь? Да, ты что думал, я в школе ночую? Да нет. Просто... Ладно, давай, пока. Пока. Ага, все ясно. Чего тебе ясно? Да ты втрескался. Мог бы и рассказать другу. Да чего там говорить? Она офигенная. Так что ты к ней не подкачь? Только по-человечески, а не как ботан. Да я писал ей пару раз в сети, но это бесполезно. Она отвечала, но ей пофиг на меня. Походу, ты во френд-зоне. И, видимо, навсегда. Спасибо. Поддержал в трудную минуту. Да ладно, хорош дуться. Пошли. На следующий день после школы друзья отправились к Артему домой. Молодой человек был подавлен. Он не мог думать ни о чем, кроме Вики. Да, долго нам еще копить. Ага, 6 раз по столько. Да ладно, консоль того стоит. Представляешь, первая наша совместная покупка будет. Слушай, я тут подумал. Ну-ка, подумал, как денег быстрее заработать. Нет, я придумал, как Вики подкатить, чтобы она на меня обратила внимание. Фу ты, я-то думал, ты скажешь, как денег скопить, а ты опять с этой Викой. Нет, послушай, ну, так или иначе, мы накопим деньги на консоль. Просто Вика, вдруг она найдет себе какого-нибудь хмыря, ну? Вот что тогда? А вот представь, как мы бы с ней классно смотрелись. Ну да, красавица и чудовище. Я серьезно, я готов до нее все сделать. Она одна такая. Ты говоришь, как умалишенный. Одна такая, одна такая. У тебя этих Вик еще вагон будет. И ты так про каждую чушь нести будешь. Иди ты. Ты просто ничего не понимаешь. Ты сам ничего никого не встретил. Неужели ты не веришь, что бывает так, чтобы человек встретил кого-нибудь и раз и на всю жизнь влюбился? Думаю, нет. Так только в тупых фильмах бывает. Ага. А вот родители мои, например. Они 20 лет уже вместе. Они тоже начали в школе встречаться. И потом поженились. Я, может, тоже так хочу с Викой. Ладно, рассказывай, что у тебя за план. На следующий день у Артема сильно болела голова, и он отпросился домой с последних уроков. Внезапно Артем увидел неподалеку свою маму, Елену Олеговну. Она была в объятиях неизвестного мужчины. Артем был в шоке. Он не верил в то, что его мать могла изменять отцу. Растерявшись, он не знал, что делать. Бежать за матерью или скорее рассказать об увиденном отцу.
Прошел день. Артем не стал рассказывать отцу про измену мамы. Он боялся, что такое признание разрушит их семью. Но и умолчать Артем не мог. Он не знал, как действовать. Поэтому решил дождаться выходных, чтобы поехать за советом к бабушке. Кто бы мог подумать, 8 ядер в планшете. Пап, да давно уже. Ты прям динозавр какой-то. Да, кто бы мог подумать, что технологии так далеко идут. Это вам, молодым, ничего не интересно, вас уже ничем не удивишь. А мы, между прочим, раньше встречались в метро без телефонов. Ни звонков, ни смс. В 7 часов на Пушкинской, в центре зала, стой и жди. Ладно, а оперативная память какая? Тебе лучше не знать. Я тут подумала, может, я с вами поеду? Швырнусь по торговому центру, пока вы свой планшет выбирать будете. Ну, а почему бы и нет? С любимой женой хоть куда? Да мы уже все выбрали. Я думаю, мы сами справимся. Тебе разве нечем заняться? Тёма, не груби маме. Что на тебя нашло? Ничего. Поедем вместе. Лен, иди собирайся. Я в машине подожду. Артем дождался субботы и сразу же отправился к бабушке. Он был растерян и зол после того, как увидел свою маму в объятиях незнакомца. Артем хотел знать, стоит ли рассказывать обо всем отцу. Сегодня к вам пришел не из-за Вики. Я увидел такое. До сих пор эта картина перед глазами стоит, как мама с этим уродом целуется. Я даже не знаю, кто это. Да это не важно. Главное, что мама папе изменяет. Я всегда считал их идеальной парой. Я думал, у меня лучшие родители, но... Вот я дурак. Понимаю. Тяжело тебе сейчас. Не готов ты пока видеть такое. Да как можно быть к этому готовым? Мама папа предала. Я ночами не сплю, мучаюсь, говорить папе или нет. Ведь если расскажу, они разведутся или как там это бывает. Еле-еле выходных дождался, чтобы у вас спросить, что мне делать. Ясно вижу, что ты не должен в отношения родителей вмешиваться. Ну как? Они ведь мне не чужие люди. Не чужие. Поэтому ты и должен быть более терпеливым, чтобы не навредить им. Не знаю. Мне кажется, я обязан вмешаться. Я просто не знаю, как это лучше сделать. Вот поэтому я и пришел к вам. Ты совета хотел, ты его получил. Если расскажешь все отцу, только хуже будет. Не должен ты это близко к сердцу принимать. Молод еще. Потом узнаешь, что за спиной у тебя стоит. Артем продолжал злиться на маму. Несмотря на наставления бабушки, ему было тяжело сдерживать эмоции. Темочка, не перебивай аппетит, я же для тебя суп погрела. Сынок, я к тебе обращаюсь. Суп поешь? Сама ешь свою баланду. Что? Что слышала? Артем, ты как со мной разговариваешь? Что на тебя нашло? Ты все эти дни сам не свой. А как я должен говорить с предателями? Скажи спасибо, что я вообще тебе отвечаю. С какими еще предателями? Ты о чем вообще говоришь? О том, что ты папу предала. Я видел, как ты обнималась с каким-то упырем. Темочка, это все недоразумение. Ну, давай. Начинай оправдываться. Давай, давай. Молодец. Сынок, послушай. Это не то, чем кажется. Я не предавала твоего папу. Это был мой начальник. Он проходу мне не дает. Говорит, что я очень ему нравлюсь. Но я вынуждена терпеть, потому что иначе потеряю работу, если пошлю его. Надо же что-то сделать. Пожалуйся папе. Нет, дорогой, этого нельзя делать. Представляешь, что тогда будет? Он захочет разобраться. Придет ко мне на работу. И будет только хуже. А ты сам знаешь, что невероятно сложно найти работу по моей специальности. Ты думаешь, сейчас много вакансий на пожарного архитектора? Мам, ну ты не должна терпеть. Сынок, пойми, не все в жизни так, как нам хочется.
Придется потерпеть. Ну, совсем немного. Я уже подала заявление, и скоро меня переводят в другой филиал. Только, пожалуйста, не говори ничего отцу. Я не хочу, чтобы он переживал из-за этого. Все будет хорошо, я обещаю. После того разговора Артем воспрянул духом. Он был рад слышать, что ошибался, и его мама не изменяет отцу. Теперь Артем понимал, почему бабушка не велела ему вмешиваться в отношения родителей. После разговора Артема с мамой прошла неделя. Он больше не видел ее с другим мужчиной, и его отношение к ней изменилось. Что за телефон делал? Даже фотографии отправить нормально нельзя. Давай помогу. Да, попробуй. Я раз 10 пытался уже. Ты Wi-Fi не включила. Ты еще тормознуть и папа держи. Ну, спасибо тебе. Добрый сын. Я уже здесь. Смотрите, сколько я вам сладостей притащил. Прям как Дедушка Мороз. О, а вот это уже интересно. Так. Только до обеда ни-ни. А то знаю я. И куда ты столько сладкого набрал? Ну, я просто так, я сегодня щедрый. Пап, слушай, а ты можешь дать мне немного денег? Ну, раз уж ты сегодня такой щедрый. Я знаю, зачем тебе деньги нужны. Что, на приставку копишь? Ну, мы с мамой тебе сразу сказали, что до конца учебного года никаких игр. А то нам еще потом на твоей тройке любоваться. Пап, ну, я ведь все равно не успею накопить до конца учебного года. Ладно, ладно. На тебе. Пару тысяч. Я до конца школы не накоплю. Артем не оставлял попыток приблизиться к Вике. Он мечтал оказаться с ней рядом под любым предлогом. На этот раз Артем решил воспользоваться школьным заданием. Слушай, мне кажется, это тупая идея. Сам ты тупой. Это стратегический ход. Ну ты сам подумай. Ну напишем этот дурацкий реферат. И что дальше? Думаешь, он с вас замуж выйдет? Если у тебя нет идей получше, просто заткнись и помоги мне искать номер дома. И вообще нас всех в классе разделили по трое, и поэтому я решил воспользоваться возможностью. В следующий раз мозгами воспользуйся. О! Даже не знаю, что и писать. Тема на выбор ужасная. Тогда надо самую простую выбрать. За самую простую наш Мегер выше тройки не поставит, из принципа. Ну и нормально. Кому как. Мои родители, например, за тройки докапываются. Начинают нести всякую чушь, как важно иметь хорошее образование и все такое. Думаешь, они не правы? Думаю, они никак не могут это доказать, потому что большинство людей все равно работают не по профессии, а на школьный аттестат никто и смотреть не будет. Справедливо. Что это там за шорох? Я что, кажется, дверь не закрыла? По-моему, там сквозняк. Ребята планировали сделать задание, а затем вместе с Викой перебраться в кафе неподалеку, но за разговорами засиделись в квартире. Артем был в шоке, когда увидел своего отца, целующегося с матерью Вики. Такого он и представить не мог. Как только он успокоился из-за измены мамы, все испортил отец. А, пришел. Да, я пришел. А что за тон? Ты изменяешь маме. Вот что. Тем, успокойся. Успокойся, что ты взял? Не надо делать из меня дурака. Я уже не в детском саду. Я сегодня своими глазами видел, как ты лез к матери Вики. Подумай только, к матери моей одноклассницы. Сын, это было просто, но я не знаю, как тебе объяснить. Они, ладно. Вика живет без отца, ее мать одинока. Но ты, как ты мог так поступить? В чем дело, что за крики? Да ничего! Ничего! Вы уже достали! Я теперь знаю все и про тебя, и про тебя. Один изменяет с матерью Вики, другая с каким-то мужиком. Вы изменяете друг друга без стыда и совести. Я вас ненавижу. Я лучше буду жить на улице. Артем. Тем же вечером Артем собрал вещи и твердо решил уйти из дома. Он отыскал коробку родителей, где хранились все документы, но никак не мог найти свой паспорт. Свидетельство о расторжении брака от 1 марта 2005 года. Мам! Пап!
Вы разведены уже как 10 лет. Сын, мы просто не хотели, чтобы ты узнал об этом. Вы скрывали это от меня. Тёмочка, это все для твоего же блага. Да, мы уже давно в разводе и живем вместе только ради тебя, потому что очень тебя любим. Но у каждого из нас своя жизнь. Я понимаю, это очень сложно, но постараюсь понять. Мы играли счастливую семью, лишь бы ты не испытывал дискомфорт. Артем всегда считал свою семью идеальной и был уверен, что родители никогда не обманывали его. Правда о разводе стала для Артема настоящим ударом. Чую, что все-таки узнал ты то, чего не должен был. Узнал, и теперь мучаешься. Вот ты пришел ко мне снова. А я говорила тебе, не лезь в отношения родителей. И к Вике зря пошел. Оказывается, родители так долго меня обманывали. Они развелись еще 10 лет назад. А сами мне ничего не сказали. Нашли себе кого-то на стороне. Я обиделся на них. Я не знаю, смогу ли их вообще когда-нибудь простить. Я даже из дома ушел. Живу сейчас у Мити. Митя – это мой друг. Скажите, что мне теперь делать, Бавнин? Они скрывали это, чтобы тебе было хорошо. Ну да. Мне сейчас просто отлично. Не надо злиться. Я говорила тебе, чтоб не связывался с Викой. Через нее ты прежде времени узнал то, чего не следовало. Но ведь они не любят друг друга. Они живут просто как соседи. Верно. Былой страсти между ними нет. Но и не враги они друг другу. Они поступили мудро. Почему это все со мной происходит? У моих друзей таких проблем нет. Раньше все было нормально, а сейчас все рухнуло. Вижу, что разлад в семье не случайно. Тут подействовала старая примета. У вас дома все пьют из разных чашек. Ну да. Так и есть. У каждого своя, это удобно. Плохо это. Оттого и жизнь у каждого своя. Если хочешь все исправить, ты должен купить сервиз, а старые чашки побить и провести обряд. Тогда все в твоей семье наладится. Я готов сделать что угодно, лишь бы все наладилось. Пока родителей не было дома, Артем с другом вернулся в квартиру, чтобы забрать свои карманные деньги на новый сервиз. Но оказалось, что его собственных сбережений не хватало. Вот зараза. Никак не хватает. За эти деньги только одноразовые стаканчики купить можно. Я не думал, что сервиз такой дорогой. А что, этот сервиз тебе от колдуни посоветовал купить? Да. Только он может помирить моих родителей. Нужно принести его домой и провести обряд. И вообще, она не колдунья, она ясновидящая. И она очень хорошая, я бы хотел себе такую бабушку. Да, было бы круто. У нас вообще не было проблем. Она бы ясно видела все наши контрольные. Да еще против училы заклинания готовила. Ладно. Зачем ты ее открыл? Возьми деньги. Купишь на них сервиз. Мить, но это же на приставку. Да приставка подождет. Главное, чтобы у твоих предков все наладилось. В тот же день Артем купил сервиз и вернулся домой. Он хотел провести обряд и помирить родителей, чтобы они снова полюбили друг друга. Артем боялся ошибиться и старался сделать все в точности, как велела бабушка. Нитью связанной одной, снова станем мы семьей. Нитью связанной одной, снова станем мы семьей. Нитью связанной одной, снова станем мы семьей.
Тёмочка, мы так волновались, Тёмочка. Я вернулся, но вас еще не простил, поэтому не надо меня тут обнимать. В ту ночь Артём остался дома. Он надеялся, что обряд вскоре подействует. Ну и как? Сработал? Сервис, обряд? Пока не знаю. Всего день прошел. Надеюсь, что сработало. Родители вместе, я дома. Но я все еще дуюсь на них немного. Не разговариваю особо. Ну и долго дуться будешь? Мить, ну а как иначе? Они настолько времени дурака держали. Можно и подуться денек. В тот же день, когда Артём вернулся из школы, он застал родителей в привычной обстановке. Все выглядело как раньше. Елена Олеговна и Владимир Петрович казались идеальной семьей. А сын-то уже дома? И как это понимать? О чем ты? То, что я сейчас видел. Как вы, то есть мы будем жить дальше? Как раньше, только лучше. Снова вяжете мне лошу на уши. Теперь, когда я все знаю, вы можете не играть в идеальную семью. Можете не утруждаться. Сынок, мне не знаю, как объяснить. Вы будете разъезжаться или нет? Мы не знаем. Теперь, когда я все знаю, вы можете делать, что хотите. Вы можете больше не жить вместе и не прятаться. Тогда почему вы говорите, что не знаете? Наконец, Артем и его родители все поняли. Они так долго играли в идеальную семью, что уже привыкли к этому и не могли просто так расстаться. Спустя немного времени Артём окончательно простил родителей, и они стали жить как счастливая семья. Но на этот раз не фальшивая, а настоящая. Несмотря на сторонние отношения, Владимир Петрович и Елена Олеговна поняли, что вместе их держит не только сын. Артём переболел любовью к Вике и стал встречаться с другой девушкой. Помните, нельзя, чтобы в доме у каждого была своя чашка. Это ведет к разладу в семье. Ты мне сколько рубашек положил? 3. 6 клади и голубую, любимую мою, тоже кинь. Ты как будто на всю жизнь уезжаешь. А что это? Нравится? Специально купила, чтобы тебя проводить. А это что? Ну, размер меньше взяла, чтобы утянуться. Так заметно, да? Сними, не позорься. Толь, ну что ты такой злой стал? Я же старалась. Потому что ты себя запустила. Мне уже на людях стыдно появляться с тобой. Тогда брось меня. Ну, похудеешь, брошу. Толь, помоги. Толь, помоги. Уже в платье застряла. Скоро в двери не пройдешь. Толя, я не шучу, оно меня душит. Толя, мне плохо. Помоги мне, Толя, оно меня душит. Люд! Люда! Ты с детства была полной. Людмила всерьез испугалась, что может потерять мужа. Она решила во что бы то ни стало похудеть к его возвращению с командировки. Но у нее ничего не получалось. Отчаявшись, Людмила поехала за помощью к бабушке. Она надеялась, что баба Нина проведет обряд, который поможет ей удержать мужа. Диеты разные пробовала. Какие только садюки их придумали, не знаю. И на супе с сельдерея сидела. Ой, и на белке. И после 6 не ела. Но это же невозможно вытерпеть. Особенно, когда готовишь. Напахнет мясом, а тебе морковку проклятущую надо есть. Или листву. Не помогут тебе диеты. Конституция у тебя такая.
Ну, у звезд же тоже конституция, они же как-то худеют. Помогите мне, пожалуйста, мне очень надо. Ну, заговорите или травку дайте какую попить. Мне нужно, чтобы помогло быстро. Я хочу похудеть, пока муж в командировке. Сюрприз ему сделать. Подыши на зеркало и на отражение свое посмотри. Давай мне. Нельзя тебе худеть. Нет, мне не худеть нельзя. Толя при мне уже на худеньких заглядывается. Если будешь себя менять и стройнить пытаться, счастье свое упустишь. Вы просто не можете мне помочь. Так и скажите. А еще про вас в интернете хвалят. Я так и знала, что все эти отзывы вы сами себе пишете. Думай, что хочешь, но я тебя предупредила. На следующий день, торопясь на работу, Людмила увидела на улице объявление о чудодейственных таблетках для похудения. Женщина подумала, что это знак и ее последний шанс обрести фигуру мечты. Таблетки, которые приобрела Людмила, блокировали голод. Она не ела второй день и чувствовала необычайную легкость. Весы показывали минус 3 килограмма, и Людмила была счастлива. Но после приема очередной таблетки ей резко стало плохо. Людмила почувствовала, что отключается, и из последних сил вызвала скорую. Людмила провела неделю в больнице. Но даже после выписки чувствовала себя ослабленно. Все это время за ней ухаживал друг семьи Виктор. Спасибо, ведь я не хочу. Тебе надо поесть. Давай хоть немного. Мне правда неудобно. Привез. Хлопочешь вокруг меня, как наседка. Ну, давай, я сама. Я справлюсь. Ты поезжай. Я уеду, когда ты окончательно поправишься. Как тебе только в голову пришло глотать эти таблетки? Кто ж знал? Еще напрасно все. Глюкозу кололи, все мои килограммы вернулись. Люда, Людочка, одумайся. Зачем тебе худеть? В тебе все идеально. Ты Толе это скажи. Так ты из-за него? А из-за кого ж? Ему в последнее время мое дело совсем не нравится. Он, как на праздник, от меня в командировку сбежал. Ты что, не понимаешь, что твоя фигура здесь ни при чем? А что при чем? Он тебя не любит. Ты из-за него себя в гроб гоняешь. А у него в Волгограде вторая семья. И давно? 2 года. Я думал, он одумается, перестанет. Я не замечала. Извини, я не хотел тебе говорить. Не хотел разрушать вашу семью. Людмила была раздавлена известием о предательстве любимого мужа. В тот момент она поняла причину его внезапного охлаждения и участившихся командировок в Волгоград. Через несколько дней к переживаниям Людмилы добавились домашние проблемы. У нее сорвало кран. Слесарь посоветовал купить новые прокладки, но Людмила ничего не понимала в сантехнике. И помочь ей было некому. Она чувствовала себя никчемной и беспомощной. Алло? Да. А, здесь привет. Ну как ты, Люд? Как себя чувствуешь?
Да ничего, вроде. Только не знаю, как дальше жить. Я для него все сделала, а он меня предал. Еще кран этот сломался. Ты что, плачешь? Прекращай немедленно. Я сейчас приеду, все сделаю. Спасибо, Вить. Да пока не за что. Ну как, не даешь мне сойти с ума? Все, я выезжаю. Жди. И больше не плачь, поняла? Поняла. Людмиле нужно было выговориться. После починки крана она предложила Виктору остаться на чай, чтобы хоть как-то его отблагодарить. Давай, чай. Ты Толику так и не звонила? Нет. Ему там есть с кем поговорить. А он тебе? Звонил. Но я трубку не беру и смс-ки удаляю. Надоело вранье читать. Спасибо тебе, Вить. Ты такой хороший. И куда только бабы смотрят. И добрый, и красивый, и рукастый. Такое золото пропадает. А ты бы за меня пошла? Я тут при чем? Встань. Люда, Людочка, люблю тебя, обожаю. Всю жизнь буду любить. Все для тебя сделаю, слышишь? Все. Прекрати, Витя, я Толю люблю. Люда, как ты можешь его любить? Он тебя не ценит, предал, 2 года тебе изменяет. Такое не прощают, Люда. Но если говоришь, что любишь, ты же тогда должен меня понимать. Абсурд какой-то. Значит, нет? Нет. Но я тебя понимаю, ведь это от неустроенности все. Ходишь бобылем, бросаешься на первую встречную. Да при чем здесь? Ну, каждому же хочется тепла, уюта, чтобы дома ждали. Я понял. Но ты подумай, я тебя не тороплю. Я буду ждать, сколько нужно. Хорошо. Друзья? Друзья. Виктор был симпатичен Людмиле, но в тот момент она еще не была готова к новым отношениям. Прошла неделя. Людмила совсем упала духом. И только поддержка и внимание Виктора придавали ей силы и уверенности в себе. Поразмыслив, Людмила решила дать ему шанс. Моя кустурецкая красавица. Сумасшедший. Будешь чай? Я тебя буду. Слышишь? Я люблю тебя. Люблю. Людмила по-прежнему любила мужа, но после его предательства ей так хотелось быть хоть кому-то нужной. Погоди, я не могу. Почему? Не могу и все. Не уйти? Да, прости. Понятно. Людмила не смогла изменить мужу. В душе она продолжала любить Анатолия и надеялась на примирение с ним. Людмила поняла, что хочет вернуть мужа, но сомневалась в своем решении. К тому же не было гарантии, что он захочет вернуться. Людмила поспешила к нам в деревню, чтобы посоветоваться с бабушкой. Витя, он очень хороший. Только странно немножко. Нимфой меня называет. А вот Толя мне никогда таких слов не говорил. Пожрать, постирать и в койку. Но я ведь люблю его, гада, не могу. За что, только сама не знаю. Вижу, что Виктор сейчас должен быть рядом с тобой. А что, с Толей никаких шансов? Я хотела бы узнать адрес, где он в Волгограде останавливается. Вы не могли бы мне сказать, где его найти? Я хочу, чтобы он мне в глаза сказал, чем я ему не угодила. Дай мне руку. Заплутал, запутал, как назад идти не увидал,
катится, катится, под мостком остановился, катится, катится, за тебя ухватился. Не нужно тебе к мужу ехать. Послушай мой совет. Не иди против того, что сейчас происходит. Будь с Виктором. Через связь с ним к счастью придешь. Умом Людмила понимала, что нужно послушать бабушку и остаться с Виктором, но сердце продолжало тянуть ее к предателю мужу. Людмила решила позвонить ему, чтобы уговорить вернуться, но ей помешала незнакомая женщина. Здравствуйте, вы Людмила? Да. А я Кристина, из Волгограда. Из Волгограда? А что-то с Толей? С Толей все в порядке. Что ж так пугаете, девушка? А что-то случилось вообще? Я по личному вопросу. А не к тебе ли он в Волгоград ездит? Да. И что тебе надо, Кристина из Волгограда? Ты за его вещами приехала? Нет, я хочу с вами поговорить. Да? Пожалуйста. Ну, пойдем. Угощайтесь. Появление любовницы мужа было неприятно Людмиле, но женское любопытство пересилило. Людмила решила выслушать соперницу. Толя говорил, что вы инвалид, поэтому он не может вас бросить. Вот гад. Да, Толя не подарок. Да что я вам, сами знаете. Да, за 7 лет-то, конечно. А мы с ним меньше, 2 года. Но у нас дочь. Дочь? Вот. Хорошенько. У нее первое слово было «папа». А папа раз в 4 месяца приезжает. Скоро она станет старше, начнет спрашивать. Что я ей скажу? Не держите его, отпустите. Он все равно вас не любит. Спасите хотя бы нашу семью ради ребенка. Это он? Да. Не говорите ему, что я здесь. Он разозлится, пожалуйста, он меня бросит. Да. Привет. Не звонила? Потому что не хотела. Я с тобой расстаюсь. Нет, нет, тебе не послышалось. И не звони мне больше. Узнав, что у Анатолия есть ребенок от любовницы, Людмила поняла, что сохранять отношения с мужем не было смысла. Поставив точку в отношениях с мужем, Людмила наконец решила соединить свою жизнь с Виктором. Какие у тебя красивые пальцы. Как на итальянских фресках. Скажешь тоже. Обыкновенные пальцы. Нет. У тебя все необыкновенное. А я в Италии очень хотела. В Валенсию. А хоть я тебя это сложу? Летом? Хочу. Только Валенсия в Испании, а не в Италии. Не смейся, у нас географов в школе 1/2 года не было. Я тебе весь мир покажу. Все на практике узнаешь. Прошло 2 дня. Людмила собиралась на свидание к Виктору, когда неожиданно вернулся домой Анатолий. Привет, дорогая редакция. Куда намылилась-то? Не твое дело. Это понятно. Муж в дверь, жена в дверь. А я думаю, что за хреновина? На звонки не отвечает, сама не звонит, а потом еще и послала. Знаешь что, я тороплюсь, и мне некогда выяснять отношения. Нет уж, поговорим. Я с командировки раньше сорвался. Хочу знать. Что? Кристина тебя выгнала. Какая Кристина? Толик, хватит. Противно. Ты можешь толком объяснить, что происходит? Я все знаю. И про Волгоград, и про... Кристину и про вашу дочь с ней. Так, понятно? Ты с ума сошла, что ли? Прекрати. Я переболела уже твоей изменой и больше не хочу. Мне Витя все рассказал.
и Кристина твоя ко мне приезжала. Ну, я не знаю, кто к тебе там приезжал. И у меня нет ни одной знакомой Кристины. А что там тебе Витя сказал? Ну-ка, ну-ка. Толя! Анатолий убеждал Людмилу, что Виктор его оклеветал. Людмила не верила. Чтобы доказать свою невиновность, Анатолий решил устроить Виктору очную ставку и поехал на свидание с Виктором вместе с Людмилой. Ну, здравствуй, друг. Тебе сразу врезать или попозже? Неандерталец. Научись решать конфликты словами. Понял? Сейчас решим. Не боись. Говори, что ты там плел про мою любовницу. А ты слушай. Я не хотел ничего рассказывать Людочке. Ты сам виноват. Порядочный человек не должен жить на две семьи. Понял? Что? Все. Хватит. Толя! Говори правду! Толя, не бей его! Толя! 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 Я убью его! Толя! Толя! Бьешь или нет, это ничего не решит. Мы с Людой любим друг друга. Хотим быть вместе. Так. Ты с ним спала? Толя. Значит, спала. Подстилка ты, Людмила Николаевна. Людмила не знала, кому верить, Виктору или Анатолию, и поехала к бабушке, чтобы узнать правду. Но любовница, она же не из воздуха взялась. Значит, Витя говорит правду. Может быть, мне просто хочется Толе верить. Я дурочка, да? Вытяни две, которые тебе по сердцу. Виктор тебе врет. Муж твой тебе не изменял. Как же так? А кто же тогда ко мне приходил? Кристина все знала и про Волгоград, и про нас с Толей. Выбери еще одну бусину. Женщина эта сестра Виктора. Вижу сговор их. Ты сомневалась, и Виктор попросил ее помочь, чтобы ты Анатолия окончательно из сердца вычеркнула. Ничего себе, Витя. А еще тихоней. Подождите. А зачем же вы тогда говорили, чтобы я с ним была, если мне Толя не изменял? Только изменив мужу, ты себя полюбить смогла и принять такой, какая ты есть. Зачем мне себя любить, если меня теперь муж не любит, и все из-за ваших советов дурацких? Любит тебя муж и будет с тобой, если с собой останешься и утягиваться больше не станешь. Анатолий не ушел от Людмилы, но вел с ней холодную войну. Людмила изо всех сил пыталась заслужить тортик. Его прощение. Тортик, чаек. Я водичкой разбавила, как ты любишь. Чего так долго? Ну, прости, прости, я сахар мешал. Давай уже, не бубни. Давай, подушечку поправлю. Не надо, иди. Что застыло? Ну, я так не могу. Ну, ударил бы, что ли. Ну, прости. Прости. Ну, он обманул меня. Ну, я же не виновата. В это только такая дура, как ты могла поверить? Совсем мозги жиром заклыли. Получше любовника не нашлось. Опозорила только. Хотя, кто еще позарится на такую тушу? Безразличие и оскорбление мужа убедили Людмилу в том, что он ее не любит. И она решила, что больше не хочет быть с ним. Но! Я больше так не могу. Ты тупой, ограниченный скот.
Людмила решила уйти к Виктору, который любил ее и ценил такой, какой она была. Она приехала к его офису и дожидалась Виктора у входа. Как же я рад. Я думал, ты меня никогда не простишь. А почему ты плачешь? Из-за меня? Он тебя видел? Вот сволочь. Хочешь, я с ним разберусь? Больше тебя никто не обидит, слышишь? Никто. Виктор предложил Людмиле переехать к нему. И на следующий день она пришла домой за вещами. Может, хватит? Давно пора. Подковыриваешь. Всю душу вынула. Чем он лучше? Пуза нет. Я похудею. Или это из-за моей лысины пробивающейся? Так я парик куплю. Парик. Смешно тебе. Смешно. Люблю я тебя, дура. Я же толстая. Ты самая красивая. Это я идиот. Я не смогу без тебя. Не бросай меня. Людмила простила мужа, потому что любила его. Они помирились и живут даже лучше, чем раньше. Виктор недолго переживал разрыв с Людмилой. Вскоре он встретил свою половинку и женился. Бабушка говорит, не носите одежду меньшего размера, потому что есть такая примета. Тесная рубаха к разрыву. Разлуки с близкими вам не избежать.